Всем привет, друзья! И вот буквально сегодня, 29 марта 2023 года, появилось заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое заявило, что из Украины в Беларусь планируется переброска диверсионных групп для свержения Александра Лукашенко. Вот как вы относитесь к этой информации? Возможно ли такое? Я лично считаю, что возможно. Плохо это или хорошо? Я лично считаю, что хорошо. Попытаться можно, потому что избежать конфликта между Белоруссией и Украиной все равно не получится. И, так сказать, это лишь только дело времени. А попытка свержения Лукашенко, вернее, освобождения Белоруссии от его режима, это очень и очень, конечно, хорошо. Я лично одобряю переброску любых диверсионных групп, то ли с Польши, то ли с Украины, то ли вообще с Америки в Беларусь. Надо, так сказать, очищать Беларусь от лукашенковского режима. Это мое мнение, мнение простого человека.